За последнее время я так устал. У меня все меньше сил делать то, что я должен делать. Ты же знаешь, что я давно хочу уйти в монастырь. Я чувствую, это мой долг – отправиться на Эгину и взять на себя ответственность за монастырь и монахинь. Что вы такое говорите, отец? Вы уважаемый архиерей и оратор. Как это возможно? Чтобы вы уехали на необитаемый остров? Внутренний голос, сердце, говорят мне, что мое место на Эгине. А если вас пригласят обратно в Египет? Прошу, не стоит об этом думать. Я всегда буду на это надеяться, отец. Вы заслуживаете сана патриарха. Патриархом быть не только почетно, но и очень опасно. Когда становишься патриархом, тебя наделяют властью. А власть, она как раковая опухоль. Она съедает человека. Но он этого не замечает. Прежде чем ты поймешь, можно превратиться в то, что ты когда-то сам презирал. Многие великие люди пали из-за власти, что им даровали. Не хочу попасть в эту западню.